Торжественное открытие лыжной трассы на острове Русский состоится в это воскресенье 24 декабря в 15 часов. Сейчас специалисты завершают подготовку лыжни. В день открытия здесь состоятся массовые старты для взрослых и детей. В эти дни снижение трассы в районе поселка Канал еще активно продолжается. Для этого 2 года назад здесь была проведена система водоснабжения и приобретена снежная пушка. Традиционно лыжня пользуется огромной популярностью как у спортсменов, так и у любителей всех возрастов. В этом году трассу продлили. Ее длина составит 5 километров. При этом каждый сможет выбрать для себя дистанцию по силам. Традиционно на лыжне будет работать пункт бесплатного проката лыж и ботинок. Всего приготовили более 500 пар, а также теплые помещения для переодевания.